чуть-чуть про Arkit от Apple, что же нам они предоставили. Основные возможности, то, что он умеет, это Visual Inertial Odometry. По сути, это технология, которая позволяет собирать информацию с камеры из дополнительных источников, более типа акселерометра и тому подобное. Это позволяет без дополнительной калибрации быстро получить информацию об объектах в пространстве и Apple проанализировать удаленность объекта и тому подобное. Дальше про это тоже мы поговорим. По сути, вот ARKit оценивает объекты в виртуальном пространстве, умеет оценивать освещение информации, которую он захватывает. Также у ARKit есть прикольная функция, которую пока мы, например, не применяли, это Try Depth Camera. Это технология, которая позволяет работать с лицом, распознавать изображение, anchor point ставить на лице и работать с мимикой лица пользователя. Ограничение ARKit. Основное ограничение Try Depth Camera, про которое я говорил, это то, что его сейчас мы можем использовать только на iPhone X, и все. В дальнейшем, скорее всего, будет поддержка других устройств, но пока это очень маленький сегмент пользователей, понятно, что он будет расти, но пока, в принципе, он не очень интересен, поэтому мы в одном из своих приложений тоже начали использовать сторонние фреймворки, которые работают практически со всеми девайсами Apple. Ну, правда, они платные, их пришлось покупать. Со всем остальным AR чуть поинтереснее. Он работает, начиная с 11 оси и с процессором N9. Это iPhone 6s и дальше линейка пошла. Это явно больше, чем 50% девайсов в мире сейчас. Это уже, в принципе, интересно. Также в пользу ARKit при выборе инструментов говорит очень легкая интеграция. Ребята из Apple на этот раз хорошо поработали. Доступна интеграция посредством Unity и Unreal Engine из коробки. И они обернули свои игровые нативные движки, SendKit и SpriteKit, также в эту оболочку свою AR-овскую. И по сути там добавились объекты просто для создания AR-сцен. И те, кто работал уже со SpriteKit-ом либо SendKit-ом, это все очень хорошо знакомо, и минимальный SDK, и можно работать с AR посредством ARKit. Какие основные компоненты использует ARKit? По сути, это AR Session, AR Frame, AR Anchor, ну и про то, что я говорил, AR Scene View, либо AR Sprite Kit View. Это наследники от своих прародителей Scene View и Sprite Kit View. Чуть подробнее сейчас про них поговорим. AR Session — это общедоступный класс, который начинает работу с AR фреймворком. По сути, отсюда все начинается, мы запускаем сессию и получаем различные обновления, либо подписываемся на изменения фреймов и дальше там руками делаем что-то. Но все начинается с AR сессии. В принципе, такой метод в Apple достаточно распространенный. Если вспомнить Core Audio, то там то же самое. И те, кто работает с iOS, тоже в этом очень легко разберется. Инициализируется AR-session посредством AR-configuration. Это тоже такой, по сути, DNAM, который имеет несколько типов. AR-work tracking configuration, AR-orientation tracking configuration, AR-face tracking configuration. Про последний все понятно. Он используется для детектинга лица. Если нам надо, мы настраиваем сессию посредством данной конфигурации. AR World Tracking Configuration позволяет нам трекать все плоскости и положения девайса в пространстве. Мы можем удаление использовать и все примочки ARKit. При AR Orientation Tracking Configuration мы удаление не трекнем, и Apple рекомендует его не использовать, если все хорошо и старт сессии произошел с World Tracking Configuration. Насколько я понимаю, они его используют как промежуточный шаг при инициализации сессии посредством AR World Tracking Configuration. AR Configuration также нам позволяет получить некоторые данные. Во-первых, тоже без костылей и прочего. Нам нужно понять,
типа supported ли девайс AirKit либо нет. И AirConfiguration сам по себе класс доступен из любой оси для любого девайса. И это очень круто на самом деле. И мы можем установить slide estimation, если эта переменная будет установлена в true, то мы будем получать при обновлении wireframe'ов еще информацию о освещении помещения. И provides audio data. По сути, это метод, который позволяет нам настроить захват буфера, когда мы запускаем нашу сессию. Мы получаем на вход буфер аудиопотока, ну и также мы можем его обрабатывать, как-то тоже записывать. В нашем случае это очень даже актуально, но у нас, правда, есть свой фреймворк, который работает с аудио, и нам это не очень надо. AirSession можно запустить и либо запаузить. В принципе, это все, что нужно с ним сделать. Стопорнуть нельзя, либо его клянусь только. Запускается он посредством конфигурационного какого-то, конфигурационной строки, о которых мы говорили ниже, либо и Option. Option тоже пока только два варианта есть, нам быстрее всего это будет расширяться. Пока либо мы просто рестартуем сессию, либо мы рестартуем и выбираем все anchor point из сцены. Методы делегата основные, по сути, мы подвязываемся на обновление сцены, добавление объектов, различных anchor point'ов, все действия с anchor point'ами, плюс мы можем получать airframe'ы при их обновлении. Это часто очень называемый метод. И мы о типах, которые здесь приведены, тоже поговорим ниже. Интересно, что все эти методы optional. Если нам не интересна какая-то информация, то мы, в принципе, мы просто не будем подписываться на этот метод. Также есть еще большая глубина методов, которые спрятаны по другим протоколам, AirSession Observer. И та же работа со звуком и многое другое спрятано там. Ну, про это, я думаю, поговорим в другой раз. Что представляет собой класс AirFrame? По сути, это вся информация о кадрах, которые имеют доступ с к анкерпоинту, камере и к освещению. У AirFrame есть массив анкерпоинтов. Это, по сути, все анкерпоинты, которые доступны сейчас пользователю в зоне видимости. Также мы можем получить у AirFrame информацию о захватанном изображении, о захваченном таймстемп, когда был сделан этот снимок, доступ к камере, как я уже говорил, и к anchor point. Что представляет собой anchor point? По сути, там есть идентификатор, для того, чтобы мы могли различать между собой и как-то вообще отслеживать, поменялась ли у нас информация, изменился ли у нас anchor point. И информация о трансформе, это уже достаточно известная нам из сценкита переменная, где хранится информация о положении объекта в пространстве, его скейле, его ротейшене, по сути, вся информация о объекте. Интересное решение Webla, они не нам используют, а для детектинга, например, стола, либо других, либо каких-то объектов лица, они используются в классы и создают наследников классов. Вот, как пример, при детектинге стола мы получаем в делегате тип airplane anchor. И, в принципе, во всех туториалах дальше работа только через airplane anchor. Можно различать стол, не стол, поверхность, не поверхность. AirCamera, по сути, предоставляет нам доступ к позиции, ориентации девайса в пространстве, физической дистанции до определенного anchor point, либо объекта, которого мы прикрепили там, к этому anchor point, либо также он позволяет отслеживать изменения от стартовой позиции. Координаты, в принципе, всем известны. Координата Z характеризует удаленность пользователя от конкретного объекта, отдаленность камеры, x, y, стандартная обычная система мышления. Интеграция очень простая. У AirKit, как я уже говорил,
проще всего, если вы нативный разработчик, сделать это посредством AirScanView, либо AirSpriteKitView. Если вы работали до этого с StandKit, либо SpriteKit, то это будет очень просто, потому что мы работаем с обычными нодами, добавляем, удаляем, ничего нового для нас не добавляется. Для инициализации AirKit'а достаточно там, буквально 3-5 строк. Это очень просто, и подключение фреймворка. Но нужно не забывать при разворачивании, сворачивании вьюшки, когда мы уходим, когда срабатывают какие-то интерапшены, надо рестартовать сессию и вышить перед тем, как мы уходим оттуда. Чуть-чуть теперь от AirKit'а к нашим приложениям. Bitram, которое мы недавно выпустили, по сути, это игровой симулятор. Там есть саундлист, мы запускаем песню, и там проходят различные ивенты идут, и пользователю надо замапить барабан и ивент, и играть. Это сейчас у нас одно из самых популярных приложений, на третьем месяце нашей компании, и оно, в принципе, неплохо зашло, поэтому мы захотели дальше поработать с ним и внедрить туда. По сути, мы решили начать просто замапить модельку туда, поставить, чтобы модель ставилась на плоскость, и пользователь мог запускать игру, либо в обычном моде походить, поиграться с моделькой. И на этом все. У нас есть еще куча идей, которые войдут тоже в первый релиз, о которых тоже, наверное, нужно будет говорить после реализации. Трудности, с которыми мы столкнулись при реализации, по сути, нас не очень устраивает размер приложения, потому что модели, как правило, громоздкие. Мы хотим входить в эти 150 мегабайт, которые предоставляются компании Apple для скачки приложений без Wi-Fi. Но не всегда это получается. Приложение до добавления туда модели весило уже 140 мегабайт, и для нас это критично. Также у нас маленькая экспертиза в работе с 3D-моделями, потому что до этого мы делали только 2D-игры, либо всякие прилажки, которые связаны только с 2D. И это было это вопрос по дизайну и нехватки экспертизы в этом. И есть еще проблема анкер-поинты при монотонной области, например, как пол в офисе, там белый просто почти без швов. Иногда плохо детекция Z-координату, и анкер-поинт скачет, и объект может быть непредсказуемых размеров, либо больше, чем мы ожидаем, либо меньше, чем мы ожидаем. Это тоже с этим еще будем бороться. И хотелось бы показать небольшое видео. Оно такое, демонстрирующее функционал приложения и прототип, первый даже прототип, сейчас уже приложение чуть больше развилось, первый прототип нашего Bitram с AR. Не знаю, должно, наверное, пойти как-то здесь. Я подошел. Отойду. А звук? Там во второй части приложения. Давай, может, ты озвучивать будешь? Нет. Там будет звук, да. Там, по сути, приложение заключается в том, что мы собираем сразу команду, мы выбираем гитариста, пианиста, вокалиста. Все это записывается в наших других приложениях. По идее, отличный вариант. Без звука. Песня пошла. В данной бета-версии еще даже не реализована анимация тарелок, но сейчас она тоже уже реализована. Это первый прототип. Friends of mine, and I ran.
Стой, 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 да. И типа помахай. Нет, классно, классно, но все равно видно, что человек. А глупые вопросы задавать можно? Да, конечно, только я хотел бы еще уточнить, что это только прототип, причем уже достаточно не последний. И ну, дальше будет быстрее всего игра развиваться чуть по-другому. Будут объекты, которые пользователям надо убивать, лететь в 3D-пространство. И, конечно, это все уже анимируется. Спасибо большое за внимание. На этом спасибо за доклад.